Всем привет! Решил сделать тест игры в турнире. Говорят, если берешь фуловый ангар, то соперники попадаются в несколько раз слабее. Я скажу, что не удивлюсь даже таким моментом. От Плариум можно ожидать чего угодно. Кстати, после обновления игры, у меня жестоко начал падать FPS. Сегодня я засек цифру 8. Экран в игре плавал, настолько тормозила игра. Ну что ж, идем тестировать турнир. Кирпича на грудь меня чуть прибило под выстрелами пушки. Сердце биться не хотело, тело двигать не могло по голове. Висок, размытая картина, но я дышу всем назло. Меня били ногами так, чтоб я не мог встать. Какой там дышать, я даже не мог простонать. Один сукин сын вколол в мою ногу шило. Просто так ему ништяк увидеть кровь под колено. Я плоск, как змея, рассматривая злые рыло. Убитая одна скотина плюнуть на меня посмело, сжимаясь в комок. Теряя мысленный контроль, я вылетел из тела пули, наблюдая за собой, запоминая интонацию, структуру, слова. Из последних сил небесных вернулся в себя, и только громкий смех этих грязных козлов в памяти запечатлел начало войны без слов. Начало войны без слов. Начало войны без слов. Месяца спустя остыла голова, я вышел из больницы. На дворе была уже весна, мой друг мне помог найти адреса. Изучив от начала и до конца, узнав их имена, я приступил к делу, хотя еще болело тело. Страшная месть мною владела, во мне кипело, как тот темный вечер, когда меня 4 быка хотели покалечить. Один любил шикарные автомобили, его случайно в гараже придавило. Второй сидел на ЛСД и героине, врачи поставили диагноз передоз в теле. Третий впервые решил прыгнуть с парашюта, он не раскрылся, как в злом анекдоте. Четвертый понял, в чем дело, и удрал из города на долгие года. Без вести пропал, я в грудь не бил, мол, я отомстил, я просто напомнил. Дерись один на один и никогда не плюй в разбитое лицо, даже если превосходство 4-1. 4-1. Напоминает тюрьму, в которой я живу. Книги на память учу, как
бы весь мир мне объявил холодную войну. Первый раз в жизни на деньги сыграл. В компьютерной игре все до копейки потерял. Школу проспал, выгнали из класса. Я выкинул дневник, с ним домой идти без массы. Смотрю теперь на зеркало, ну кем я стал? Мой мир превратился в слезы и печаль. Мои слезы, моя печаль. Мои грезы — это тихий рай. Мои слезы, моя печаль. Мои грезы — это тихий рай. Телевизору не могу смотреть политику, по радио передают только одну попсу. Через интернет в мой компьютер влез страшный вирус. Отец в кармане обнаружил пачку папирос. Я в западне, со всех сторон расставлены капканы. У меня нет сил на будущее строить планы. Девушка ушла, я был с ней груб. Вылетел трубу, многонедельный мой труд. Хотел пойти перекусить, да нет в кармане денег. Всем моим рассказам друзья не верят. Спорить не буду, стою я в зоне неудачи. Но всегда смогу ответить твердой сдачей. Если бы было бы так, чтоб я Децл повзрослел, повеселел Децл, делал только то, что хотел. В городской тоске я прочно на ноги встал. Меня бы обходили стороной слезы и печаль. Мои слезы, моя печаль. Мои грезы — это тихий рай.